Как правильно ухаживать за полостью рта? Стоматологи во многих регионах в связи с непростой эпидемиологической ситуацией ведут прием только при острой боли, а решение остальных проблем рекомендуют отложить. Как правильно ухаживать за полостью рта, чтобы минимизировать риск появления стоматологических заболеваний? 4 основных правила ежедневного ухода. Чистите зубы дважды в день, утром и вечером. Некоторые предпочитают чистить зубы сразу после пробуждения, но многие стоматологи рекомендуют делать это после завтрака. Важно, если вы употребляете кислотосодержащие напитки или продукты, сок, газированные напитки, кислые фрукты, чистить зубы лучше через полчаса после еды или позже, чтобы не повредить эмаль. Избегайте слишком жестких зубных щеток, а также горизонтальных движений при чистке зубов, так как это может повредить эмаль. Держите зубную щетку под углом 45 градусов к поверхности зуба. После чистки и при необходимости в течение дня пользуйтесь зубной нитью, чтобы удалить налет и остатки еды между зубами. Пренебрегая этим правилом, вы рискуете получить кариес контактных поверхностей зубов. После чистки используйте ополаскиватель для полости рта. В течение дня после приема в пищи можно полоскать рот водой. Как питание влияет на здоровье зубов? Кариес на зубах образуется быстрее, если вы едите сладкую или крахмалистую пищу. Она прилипает к поверхности зубов, повышает кислотность полости рта и способствует активному размножению бактерий. Поэтому между приемами пищи старайтесь избегать сладких, липких перекусов, их лучше заменить на свежие овощи, фрукты или сыр. Сладкие напитки также вредят зубам. Пока вероятность сложности с регулярным проведением профессиональной чистки зубов и их отбеливания у стоматолога, минимизируйте употребление окрашивающей пищи и напитков. Зубная эмаль имеет пористую структуру, в которую проникают пигменты из крепкого чая, черного кофе, красного вина, свеклы, ягод, а также соусов и пряностей насыщенного цвета. Как правильно чистить зубы? Лучший способ узнать, как надо правильно чистить зубы, посетить стоматолога или гигиениста. Особенно важна консультация людям с брикетами, протезами и дефектами зубного ряда. Стандартные рекомендации включают в себя несколько этапов чистки, ни один из которых нельзя пропускать. Зубную щетку смочите, нанесите небольшое количество зубной пасты. Поставьте зубную щетку под углом 45 градусов к поверхности зубов. Начинайте чистящие движения с правых верхних жевательных зубов, самых дальних и со стороны щеки, затем со стороны языка, последовательно передвигайтесь к передним. Зубной щеткой совершайте выметающие движения от десны к краю зуба. Перейдите на жевательную поверхность и чистите ее, двигая зубную щетку по горизонтали вперед-назад. Старайтесь проникнуть как можно глубже в естественные углубления, ямки, фиссуры на зубах. Продолжите чистку нижних жевательных зубов и далее всей нижней челюсти. Сомкните челюсти и круговыми движениями помассируйте десны обеих челюстей. Заключительный этап – специальным скребком или подушечкой на обратной стороне головки зубной щетки очистите поверхность языка. Очистите межзубные промежутки с помощью зубной нити или ленты. Затем воспользуйтесь ополаскивателем для полости рта. Что делать с экстренными стоматологическими проблемами? Даже если вы опасаетесь заразиться коронавирусом, некоторые стоматологические проблемы требуют немедленного врачебного вмешательства. Это острая зубная боль, болезненный абсцесс, а также шатающийся, сломанный или выбитый зуб. Если у вас возникла подобная ситуация, обратитесь к своему стоматологу, поезжайте в отделение неотложной стоматологической помощи. Или вызовите выездную бригаду, если такая работает в вашем городе. Нижнее подчеркивание 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 нижн
нижнее подчеркивание 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 список источников 1. Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за РВИ. РИА Новости, URL, дата обращения 14.07.2020 год. 2. Мамуля как? Значение пищевого поведения и навыков гигиены полости рта для здоровья зубов. Bulletin of Medical Internet Conferences 2015. URL, дата обращения 15.07.2020 год.